Я вас приветствую. Сегодня у нас, короче, видеорегистратор 8-канальный, фирма LTV, требующая сброса пароля. Я вам сейчас покажу способы сброса пароля. Эти способы подходят не ко всем видеорегистраторам. У каждого видеорегистратора особенности есть. У некоторых сбрасывается видеорегистратор вытаскиванием батарейки BIOS. Такая же батарейка используется в компьютерах, 3-вольтовая. Пока питание есть, она помнит. Как только питание пропадает, все, она все забывает пароли и возвращается к заводским установкам. У некоторых есть кнопка сброса. Такая кнопочка внутри. Нажимаете, и все пароли возвращаются на заводские установки. Третий способ – джампер. Вот этот, именно вот этот видеорегистратор, может сбрасываться с кнопочки и также с батарейки. Я вам просто рассказываю, какие варианты могут использоваться в видеорегистраторах. Так что запоминайте, потому что это может в жизни очень хорошо пригодиться. Информации по сбросам пароля только обычно обладают очень узкий круг людей. Это в основном и сервис-инженеры фирм, которые занимаются видеонаблюдением и берущие за такое довольно-то хорошие деньги. Информации я в свое время, когда искал, в интернете не было по этим сбросам пароля, но кто ищет, тот всегда найдет. Я вот, в принципе, рассказал все, что сам знаю, так что пользуйтесь, зарабатывайте деньги, а я вам только пожелаю удачи и скажу только пока.